Сейчас очень модно стало панели всякие на крышу ставить для производства электричества. Это большой бизнес, он набирает обороты. Мы когда ходим на эти шоу, а мы давно ходим, вот мы можем сказать, что каждый раз все больше и больше. А это вот, видите, кухня такая. Но это не кухня в доме, а это для партийного строительства. Вот, видите, как грили такие делают. Камин. Так. Вот так. Хорошо. А вот здесь такие решения для хранения, как бы, такие шкафы. Вот в гараже удобно такие поставить. Вот видите, полки с ящиками. Вот, чтобы все было организовано. Ведь называется We Are Organized. Вот такая компания. Так называется. А Света здесь обсуждает какие-то элементы. Что там в душах бывает. Я не знаю, что конкретно они предлагают. Да. Они переделывают, я понял. Эти люди переделывают старые ванные в такие, типа, совсем новые. То есть они покрывают каким-то, вот видите, составом. Вот такой пластик. Вот, и получается на месте старенького как бы новенькое. Вот посмотрите, друзья, какие покрытия есть на гаражный пол. А, смотрите, это все на гаражный пол. Вот он лежит на полу. Это все такое шершавенькое. А это компания, которую, может быть, вы знаете, Tupperware. Они всякие такие баночки, коробочки. По-моему, они оперируют как сетевая компания. Но я не уверен. А это снова вот переизобретают, переоткрывают. Значит, ванные, туалеты они закрывают то, что было, и получается все как новенькое. А что у нас сзади? А сзади у нас такие на окна, на, ну, сказать, покрытия такие, да? Видите? Давайте поближе подойдем. Вот так раз. Бух. Бух. Солнце в лоб, солнце сверху, слева, справа. Тут идет презентация. И надо сказать, что народу много. Обратите внимание, не просто так, там не два человека. Мужчина с микрофончиком рассказывает, как тут пользоваться этим хозяйством. Тут написано Lifetime Waterless Cooking. Значит, без воды, пожизненная гарантия. Вот посуда. Да. How many of you here are impressed with this cookware? And honest to goodness, how many of you here believe that if we started to cook and eat this way more often, we'd be a lot healthier too, right? When would be a good time to start? Now, right? How was that chicken and potato? Да. Was that chicken dry? Мы отойти от посуды и попали на ножи. Вообще, ну вот, на такое столовые приборы. Окей. Вот такой вентилятор, видите, называется whole house fan. То есть вот ставишь один и весь дом продуваешь. Ну не знаю, какой должен быть дом и какой конфигурации, но вот такая нехитрая вещь. Так, а это вот люди делают ремоделинг, то есть они старенькое переделывают. И кухни, и ландскейп, то есть это на участке. Все на свете переделывают. И патио. Здесь полы. Травка пошла. Вот какие травки бывают искусственные, смотрите. На все вкусы. И... Видите, они не только травку, они и пейверс, это такие, ну, вот пейверс, вот вам пейверс, бетонные такие плиточки, вот, так что они все на свете делают.
Ну и крыши, друзья, вот эта крыша. А то, что вы видите, вот эти пластиночки, называется асфальт шингл. Они тут как-то приклеены, видимо. Вот показывает, как работает. Вот так выходит из помещения наружу, выходит, там, если из кухни или из ванной, вот, вот так это монтируется. А могут и вот так тоже смонтировать. Вот показывает, что ничего их не берет, никакая вода не протекает. Мебелишка для участка, для патио. Это не в дом. Это вот такое все внешнее. Много. У них большой такой, большая экспозиция. Много всякого добра. Вот тут цены. Они говорят, что MSRP. Ну, это так, чисто условно, но вот как бы Manufacturer Suggested Retail Price. По этой цене никто, конечно, не продает, но вот там типа 3895, а здесь они на шоу отдают за половину, 1949. А вот та, что на полу здесь стоит, вот floor model, вот прямо вот это, то, что мы на нее смотрим, еще там на 200 баксов дешевле. Вот тут дяденька такой, я не знаю, что пришел, может, это он просто зашел, а может быть, он экспонат какой-нибудь, не могу сказать точно. Так, здесь у нас что? А, Милгард. Милгард – это компания, которая окна делает. Хорошие. Хорошие. Далеко не самые дешевые. Не самые дорогие, но и не самые дешевые. И вот вы можете зайти, посмотреть, какие у них там окна. Там самые разные образцы. И скользящие такие вот, и открывающиеся с разными ручками. Деревянные, пластиковые. Вот такая у них демонстрационная штучка. Друзья, разыгрываются два приза. Значит, первый – это iPhone 7, три штучки. И разыгрываются какие-то матрасы, которые так якобы стоят $2400. А так можно выиграть. Вот, пожалуйста, можно сыграть, если кто интересуется. А это вот еще мы видим разные асфальт шинглс. Разные образчики для крыши. Свет, что ты скажешь про асфальт шингл? Ну, это самая популярная крыша у нас. Это то, что недорогая. В России был рубероид. Да, они сегодня делают 40 лет. Вон 10 лет гарантии, 15. То... Ну, да. На 40 лет гарантии. На 40 лет есть гарантия, да. Но это не рубероид. Рубероид раскатывался. Это, да, это жестче намного. Нет, это вот именно маленькие кусочки такие. Вот они, ну вот да, да. Вот оно может быть похоже немножко на рубероид, но оно толстые. Да. Здесь такие терапевтические устройства. Они похожи немножко на селфончики, но это не так. И там и карта с точками акупунктурными. Вот можно поставить эту штуку, и она будет там пульсировать. FDA approved. Это не просто так. А это разные карпеты. Покрытие на пол. Смотрите, вот они. Самые разные покрытия на пол. А вот плиточки разные, знаете. Плиточки. Вот такие, любые, какие хочешь плиточки. Sears – это громадная сеть магазинов, и они там делают все до дома тоже. Но вот в частности на шоу есть много сейлов каких-то и предложений, когда в полцены, там в четверть цены и так далее. И вот мы, я позвал Света с мужиком поговорить, а то он ко мне прицепился. А я даже не понимаю, нужно ли нам то, что они там делают. So you don't want to forget. What's your name? So my name is Connie. Yes, Connie. What are you offering? My product is the world's best box. And what it does is connects to your TV through the HDMI cord. All you need is the internet. You put your Wi-Fi password in and you have access to all movies, all television shows, any network you're looking for, football games, baseball games, UFC games. So no monthly fees. No monthly fees whatsoever, no contracts. The only purchase is just for the box, and it comes with the remote that you need, and that's it. How much is the box? So normally on our website it's $399. Here at the show we're doing it for $299, and that's your only purchase. You don't have any other monthly fees, no contracts, no updating fees or anything. We do the updates for you through the So no requirements to the screen resolution, anything? Correct. Nothing. No fees anymore. So and all of the movies are free. Everything's free. The shows are free. You can get up to live TV until tonight. And it's all legal?
All legal. Okay. It's just already available to you on the internet. Uh-huh. So it's just bringing that information and organizing it for you. Okay, so apps. That is the world best box is your website. Yes. .com. .com. Yep. And then the phone number is on the site. The reason we're different from everybody else is we offer support. Uh-huh. And we do the updates for you. Other boxes don't do updates, so their boxes don't last. Ours do them for you for free. There is another model. So this is our Air Mouse remote, and it comes with a keyboard on the back. So when you turn your TV into a computer, you just can type in the search engine. So I've got a little keyboard. Yep. And then it's also an Air Mouse, so you can just click the mouse, and then it'll be like a computer. Oh, wow. So you'll see the mouse and move it around like a computer. Okay, so we don't need computer anymore. We just go. Nope. You can use your TV. Okay. It turns your TV into one as well. Okay. Системы security, безопасности. Okay. Вот такие нынче решения предлагают. Это, друзья, кухонные кабинеты. Они говорят, давай мы из твоей старой, никчемной, вонючей кухни сделаем конфетку. И вот делают конфетки. Да, тут есть видео о превращении старой кухни в конфетку. Понятно. Слушай, а тут еще посудка, смотри. Очень тяжелая, я уже посмотрела, я уже подумала тоже. Так. Это тайтиниум, мне казалось, что тайтиниум... Титановая. Да, оно должно быть легким. Оно такое тяжелое, как чугунное. Так. Титановая посудка. Ну, понять этот подносик. Ну, помилуй, подносик тут должен быть тяжелым. Ай! Okay. Titanium should be very light. I know. Because titanium by itself is a very cool heating reactor. You need 1,000 degrees oven, 5,000 degrees oven just to heat up titanium. That's why we took the advantage of cast aluminum alloy base. Да, значит, работница говорит, титаниум то он легкий, титан легкий, а мы к нему тут добавляем. Cast iron. Да. Cast iron. Да. Литье, железный, да. Поэтому оно тяжелее. Нет, не железное, а сказал алюминиевое литье. Не, тяжелее, cast iron. О, cast iron? Да. Cast? It's not cast iron. It's a cast aluminum alloy. Значит, вот это литье, вот оно снизу, вот эта вот белая штука, это нужно для того, чтобы когда стоит на огне, на плите, температура бы равномерно распределялась по всей поверхности. Это быстро, так очень проводимости высокий материал, поэтому они там его прилепляют, получается потяжелее. Да, кухонные шкафчики тоже. Это нет, они делают... Рефинишн делают, да. Они говорят, и написано, most jobs complete in one day. Говорят, в основном все за день делают. Вот они показывают, было-стало, видишь? Было-стало. Конечно, эти кабинеты, особенно под действием воды, у них такой вид становится со временем не очень. И полы тоже, видите? Это типичная картинка там для пола или для кабинета определенного возраста, вот то, что вы там видите. Вот, друзья, у каждого, буквально каждого буса, этого павильона, можно сказать, лежат шоколадки. И я вам скажу, что раньше я бы не преминул воспользоваться, я бы сказал, хоть какая-то польза. А сейчас вот даже... Вот нет, никакого желания нет, не знаю почему. От того, что вот наша такая диета, так мы почистились со Светланой, что уже никакой дряни не хочется. А что эти люди делают, Света? Дизайн билд. Они, да, вот эти люди, вот это как раз пример того, видишь, они ходят на шоу, чтобы найти себе клиентов. Это как бы очень нехороший сигнал. Нехороший? Нехороший. Почему? Потому что тот человек, который хорошо это все делает за доступную цену, он не ходит на шоу махать клиентов. А есть люди, которые новые в бизнесе? Ну, они не новые в бизнесе. Я вижу на каждом шоу, они делают все дорого. Они, может быть, очень дорогие. Они очень дорогие. Поэтому они на шоу? Да, вот у них красивые большие дома, но я не знаю, красивый большой дом такой построить, это будет стоить только миллион строительства. Поэтому это не так все просто. Вот, друзья, образцы того, что термиты... И всякая такая дрянь может сделать с деревом. Это все реальные кусочки, которые ребята там по работе с этим работают. И вот принесли сюда на выставку. У них такая экспозиция. Я думаю, что это вот наглядненько так. Очень наглядненько. Это у них одна сторона. А есть еще одна. Сейчас мы туда пройдем. О! Вот эти. Я думаю, вы все видели такое дерево. Может быть, вы не спрашивали себя, а что оно такое? Но оно вот такое.
Wow. Да, ребята, да. Вот со всем этим люди борются. А скажи, вот почему так много вот людей, которые такой ремоделинг делают старых ванн? Ну, их много? Их много, они компетируют друг с другом. Я конкурируют. Я пытаюсь у них у всех узнать, сколько же стоит, да. Просто сделать эту внутреннюю часть. Они все хотят прийти и сделать тебе полный ремоделинг всего бассейна, и это стоит у них там 22 тысячи, например. Ой, на минуточку, да. Это пластмасса, правда, как мрамор? Да, это PVC. Но я говорю, а сколько стоит просто, если у меня контрактор мне все, вам все подготовил, сколько стоит просто делать такую штучку. Да. Они ее специально отливают, потом и с ней приходят, да? Нет. Они меряют свои конкретные размеры. Да, и специально делают. Так вот, она сказала, что примерно это от 5500 до 6500 только вот это вся внутренняя отделка. Ну, это тоже дорого. Это можно, например, плиточкой выложить. Да, так это в 3 раза дороже, было уже плиточкой все. Натуральный, мраморный там какой-то, понимаешь? Ну, то есть смысла не имеет. То есть, да, их очень много, и никто не хочет цену говорить. Они так все засекречивают. Ну, ты знаешь, ну вот это ванная. Нельзя ничего сделать. На нее можно надеть такой виниловый чехол. Они все делают. Почем чехол одевать? Мы как-то же одевались с тобой, да? Тоже одевали, тоже 2500 стоит. Да ты что? Да. Ой-ой-ой. Но там мы сравнивали с тем, что мы же стали ванну чугунную убирать оттуда. Да, а там, чтобы ее вынуть, надо было дом разворотить. Ну да, то есть там немножко другая история. Красиво, правда? Мне вот нравится-то для бутылочек тут у людей, видите, как... Культурненько. В Калифорнии очень актуально. Очень. Так, с правильным наклоном на пробочку. Вот люди делают ремоделинг. То есть обычно, когда это на кухне, это включает в себя и каменные работы, и работу со шкафчиками. Да. Ну, а тут и объяснять нечего. Водичка горяченькая, джакузи. Популярный, вот наружу ставят ее. Хотя мне вот люди с медицинским образованием говорят, что мужикам, особенно постарше, с точки зрения вот там предстательной железы и так далее, как бы нежелательно в горячем сильно находиться. Это вот нам тут рассказывают, что к чему. Это высокая эффективность этой панели, какая-то там продвинутая нынче. И вот мы там ведем дискуссию. Он говорит, что там за 10 тысяч можно там поставить на крышу их систему, которая за 5-6-7 лет сама себя окупит. Ну и Света говорит, так люди же в аренду, и вообще ничего не платят за установку. Он говорит, да, говорит он, но вот у нас тут брошюрка, и там мы суммируем достоинства там того или иного способа. И вот получается, что ну как бы дешевле иметь свою. И это правда, это как бы даже очевидно совершенно, но... Надо заплатить 10 тысяч, а там ничего не надо, поэтому так получается. Написано здесь «Garage Doors Unlimited». Люди делают дверки для гаража. Понятно, что если у людей есть гараж, так и дверь нужна. Вот. И это по ширине, я бы сказал, так похоже на... Гараж для одного автомобиля. Есть такие тоже, есть на два, есть на три. Обычно на три так не делают, а делают отдельно дверь на две, и рядом с ней дверь на одну. Вот так интересно обычно происходит. Травка хорошая, пушистая, по ней хорошо босиком походить, такая душевная. И, собственно, поливать не надо. Пишут, $8 за квадратный фут уже... установленный, то есть не за материал платишь, а уже вот за то, что она у тебя стоит. Тоже вот шкафы. Друзья, можете себе представить вашу обувь, вот так стоящую на полочке, освещенную, как будто это хрусталь какой-нибудь. Можно 2 копейки вставить? Ставь, 3 копейки вставь. Вот эти все системы, они очень недешевые. Но если пойти в IKEA, у них теперь есть онлайновый тул, который позволяет тебе смоделировать. Спланировать, да. Любую систему, получается, 3 вопроса просто делали недавно, да. Получается, 3 раза дешевле. Ну, а это все-таки красивее, чем IKEA, нет? Нет, они все с теми же самыми дырочками, те же самые DSP, уже ящики другого цвета, ну, так у тебя будут такого же цвета ящики, не видел. Да как называются вот эти окна? Это French window. French window, друзья.
Вот у вас есть простое окно, вам сейчас вставят вот такое. Вот. Я их не люблю очень. Не а нравится. Почему ты их не любишь? Не знаю, они как-то делают такой вид, я думаю, как старомодные. Ну да, да. Excuse my French, можно сказать. Да. Матрасы. Матрасы, друзья. Не то чтобы трудно купить матрас. Тем более за хорошие деньги. Но, с другой стороны, так вот идешь мимо, никого не трогаешь. Полежал на матрасе и понял, что жизнь твоя без этого матраса становится бессмысленной. Хотя, конечно, выбор более чем скромный. В приличном месте, конечно, там десятки разных матрасов. Вот это, друзья, гаттер называется, вот куда вода стекает, металлическая фигня, которая дальше там труба водосточная к ней приделана. Значит, вот этот гаттер, проблема в том у гаттера, что когда листья сверху идут, с деревьев падают, вот видите, там наверху какие-то листики, вот когда листья идут, то они забивают гаттер. А вот этот, такой как бы у него дизайн, что листики должны пройти наружу, вот видите, на полу лежат вот этот. Вот листики на полу, типа они свалились. Вот. А водичка ушла куда положено. Друзья, и снова посуда. Снова посуда. Света, что случилось с посудой? Почему все продают дорогую посуду? И смотри, сколько тут народу собирается, они слушают эти презентации. Ну, все смотрят, где лучше, где не так дорого. Они же все очень дорогие, эти посуды. Да, очень дорогие. Вот. Слышишь, это самое, там делают айлист кремом. Я хочу, чтобы я снял бои туфли, как будут мне все делать, если заснял. Пойдем заснимем.